Доброе утро, мои родные люди! Всем привет! Сегодня будет видео про наше обычное семейное домашнее утро на даче в выходной день. Да, выходной день. И все начинается, конечно, с того, как я просыпаюсь. Обычно это около 8 часов утра. Сегодня меня разбудили мои мальчики. Меня обычно приходит будить Тимка, если я крепко сплю. Либо он зовет меня из своей комнаты: «Мама!» И тогда я прихожу к нему. Вставай. Вставай, давай. Ну и что ты приготовил? Молодец. Доброе утро, собак. Ну, дальше все обнимашки, целовашки, милости, чтобы утро началось позитивно. И потом я, конечно, встаю, одеваюсь, все рядом со мной. Вон Декстер от меня не отходит, ну, просто потому что я с ним гуляю. А потом мы идем умываться и делаем мы это обязательно вместе. Тимка проконтролирует, чтобы я была умыта, я проконтролирую, чтобы он был умытый, ну и вместе веселее. Конечно же, мы вместе чистим зубы, обязательно. Тимка чистит зубы мне после того, как я их почистила сама, поэтому у меня самые чистые зубы в нашей семье. Скажите, вы тоже так делаете? И каждое утро мы стараемся делать зарядку. Правда, стараемся. Смотрите, как раз, два, три, четыре. Руки выше, ноги шире. В общем, у нас обычно это переходит в дурачество. Ну, в общем, вы сами сейчас увидите. Кстати, если вам уже нравится это видео, то не забудьте поставить лайк. Если мы наберем 500 лайков или больше, то тогда обязательно сниму наш вечерний ритуал. Ребенок остается в гостиной смотреть мультики, я в это время готовлю завтрак мужу и ребенку, и обязательно у нас на завтрак, ну, после еды, конечно, свежевыжатый апельсиновый сок, я его обожаю, а вы, и вот для Тимки специально в его чашке, он его очень любит. Но пока ребенок занят, еда готовится, я обычно слушаю музыку или смотрю YouTube. И сегодня я к вам с полезной рекомендацией, хочу порекомендовать блогера. Хотя нет, наверное, близко по духу мне человека уже и мотиватора Светочку Гончарову. Она и писательница, и бизнес-тренер, и коуч. Но самое главное, что она счастливая жена и мама двух сыновей. И тут я как раз смотрела видео, как быть мамой мальчика, и прям все в точку. И еще, кстати, я знаю, что ждет меня в будущем. Поэтому от себя очень-очень рекомендую. А вот и мой кронпринц кушает сырнички с забитым ртом и с большим аппетитом, что меня очень радует, потому что в холодное время года аппетит у него снова отличный. Ура! И вот он, апельсиновый сок. Ну, а потом мы собираемся гулять. Да, это мы как бы не играем, это мы в процессе сборов на прогулку. Вы тоже так собираетесь? Делаете все подряд, только не одеваетесь? Хотя нет, вот на ребенке штаны, он одет. Все нормально. А потом мы все вместе идем гулять. Тимка у нас деловой, говорит, я сам, самостоятельный. На даче мы гуляем и на участке, и за его пределами. Но поскольку осенью особо нету детей, мы гуляем на участке. Вот мы играем в каштаны, Тима мне что-то объясняет.
Я вам подарила каштану, но выкинул. В общем, у нас весело. Постараемся мы гулять 1-2 часа и потом идем домой. Ну, а вам спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока-пока! И спасибо за лайки и комментарии!